Предлагаю... Статуэтка человека. Ее создали с помощью магии. Пожалуй, отнесу ее Трис. Приветствую. Ну так как? Предлагаю... Thank you.
Этим братком аж до самого сада. И как? Догнал? Да где интересно, сколько еще? Как ловко все. Не надо ли тебе чего, мастер? Рыба должна была быть свежей. А это что? Теперь страшно. Хорошо бы все быстро. Галера, опять я потерялся. Эта войска за рекой меня несколько беспокоит. Только у меня кафтаны по последней моде. Не крутись тут. Откуда? Из Велина. Там война. Новиград, это образ мысли. Течешь? Так-так. Однажды мать нашла у бока своего, умирающего младенца, и впала в отчаяние, и хотела искать целителя. К счастью, муж объяснил ей, что не целитель ребенку поможет. Хочешь ли ты, чтобы на тебя снизошло благословение вечного огня? Подойди, верный, и да осветит тебя... Ты смотри, как бы я тебе в глаз не засветил. И осади, а то меня тошнит от этого вашего... Ладана. Так бы сразу и сказал. Отзыв, а у тетки дьякона болела голова от рыбной похлебки. Что тебе нужно? Сразу говорю, мазь от геморроя кончилась. Что ты несешь? Похоже, твои фимиамы плохо влияют на мозги. То есть? Ты сказал пароль. Значит, хочешь купить травы. Я вижу из тебя такой же жрец вечного огня, как из меня храмовая девственница. Что у вас тут за заговор? Какой заговор? Почему сразу заговор? Я ведь не продаю ничего вредного. Ну, просто время нынче неспокойное, так что... Так что безопаснее надеть сутану? Готов поспорить, что в этом городе за то, что ты изображал жреца, тебе грозит что-то очень изобретательное и неприятное. Я настоящий жрец и настоящий алхимик. К сожалению, трудно примирить эти призвания. Особенно теперь. Ну так как? Донесешь на меня или мы договоримся? Ты хочешь меня подкупить? Я от жрецов не в восторге, и тебе скорее пришлось бы мне доплачивать, чтобы я отправился к ним поболтать. Тогда давай я просто дам тебе скидку. Взгляни на мои сборы и посмотри, может, нужно что-нибудь. Только мази от геморроя совсем нет. Покажи мне свои товары. Thank you.
Thank you.
Не хочет? Thank you.
Только не это. Знаешь, чем пахнет белый на ведра? Волк. Мне нужно несколько ингредиентов для эликсира. Это какая-то ошибка. Я не чародей. Нет-нет, я аптекарь. Да. Я готов поклясться, что видел тебя в Локмуине. Может, это был мой брат-близнец? Перестань. Для вечного огня я такой же изгой, как и ты. Я тебя не выдам. Чего ты хочешь? У тебя есть что-нибудь интересное на продажу? Кое-что имеется. Только не это. Как ты здесь очутился? Если бы я искал укрытие, в жизни не подумал бы о крематории. Я попал сюда случайно. После совета Капитула в Локмуине. Что случилось? Я внес резолюцию об осуждении Родовида. Ну, Кардуин вызвал стражу. Меня били. Долго. Сильно. Когда решили, что я умер, отправили сюда. Печь уже была открыта. Я почувствовал жар и начал кричать. Я хочу сыграть в карты. Знаешь, Менге? Ну не знаешь, как скоро узнаешь.
знаешь, чем пахнет Новиград? Сожженным мясом. Знаешь, Менге, но не знаешь, так скоро узнаешь. Вот холера. Знаешь, чем пахнет Новиград? Сожженным мясом. Вот холера. Знаешь, Менге, но не знаешь, так скоро узнаешь. Вот холера. Знаешь, чем пахнет Новиград? Сожженным мясом. Вот холера. Знаешь, Менге? Ну не знаешь, так скоро узнаешь. Знаешь, чем пахнет Новиград? Сожженным мясом.
возьми. Так-то лучше. Ну чего еще? Роза Вара Трэ меня ожидает. Я должен учить ее фехтованию. Иди за мной. Барышня уже ждет. Надеюсь, ты знаешь, во что ввязываешься. Я тоже. Барышня Роза, та еще бестия. А как дорвется до клинка, не знает жалости. Деревянный возьми. И смотри, барышню не повреди. За мной. Ты мой новый учитель? Ну-ну, в этот раз папа расстарался. Начнем с деревянных мечей. Я должна знать, чего ты стоишь. Хороший бой. Ты гораздо лучше, чем предыдущий. На самом деле я не учитель фехтования. Нет? А кто? И каким чудом ты сюда попал? Вам надо сменить стражу. Я сказал, что пришел учить тебя фехтованию, и меня сразу впустили. Говорила я отцу, что это банда идиотов. А если ты не учитель, то кто? Ты пришел нас ограбить? Убить? Говори. Ничего такого. Успокойся. Прежде чем я задам вопрос, должен сказать, ты неплохо владеешь мечом. Хотя при уклонении открываешься слева. Я знаю. Никак не могу от этого избавиться. Я надеялась, в Новиграде папа найдет кого-то, кто мне поможет. Эй, не заговаривай мне зубы. Ты сам сказал, что пришел не уроки мне давать. Я пришел спросить про твоего учителя риторики, Лютика. Учителя риторики? Тоже мне учитель. Это папа его нанял для риторики. А он играл, пел и воображал себе неизвестно что. Но между вами были некие отношения? Ну, если считать отношениями, что он за мной ухлёстывал, то... Даже тогда между нами ничего не было. За наш счет развлеклась моя сестрица. Ну все, хватит пустой болтовни. Становись. Я требую реванш. Может, ты и не учитель фехтования, но мог бы им стать. Не хочешь дать мне пару уроков? Нельзя отказывать, если дама настаивает. О чем это вы там шепчетесь, голубки?
Ты спрашивала о моих отношениях с Лютиком? Вот и виновница всего недоразумения. Эдна Вар Атре. Главная склочница к югу от Яруги. Погодите, погодите, значит, Лютик вас перепутал? Бывало, но тогда Роза быстро приводила его в чувство. Закрой на минуту свой зловредный ротик, сестричка. И позволь мне объяснить. Эдна посылала Лютику любовные записочки от моего имени. Он по своему тщеславию, конечно, всему верил. А мне оставалось осаживать престарелого барда, если он переходил границы. Роза, у меня были самые благие намерения. Я помогала тебе сделать первый шаг. Я же видела, как ты краснела, когда он декламировал свои вирши. Я тебе сейчас погребальную элегию продекламирую, если ты не прекратишь. Спокойно. Ни один поэт не стоит того, чтобы сестры вцеплялись друг другу в волосы. Особенно такой бездарный. Мне надо понять, кто-нибудь из вас видел Лютика в последнее время? Может, Эдна? Я точно нет. Сестричка, я бы не отважилась встречаться с человеком, которому ты пылаешь тайным чувством. Как пылать к нему тайным чувством, если он воспевает таланты другой? Я еще не спятила. Лютик вел себя в последнее время как-то необычно. Вы не замечали ничего странного? Скорее нет. Оставь ее в покое, Геральт. Она так влюблена, что не заметила бы, превратись он в волколака. Эдна! А что? Скажешь, его уроки были обычными? Он нас даже на кладбище водил. Уроки риторики на кладбище? Странно даже для Лютика. Он хотел, чтобы мы навестили могилы профессоров. Окончилось тем, что стал расспрашивать нас про марграфа Хенкеля. Это кто? Старый свихнувшийся сморчок. Умер недавно. В молодости, говорят, он был меценатом. Готов поспорить, вы отлично разбираетесь в политике. Ну, мы слышим, что говорят вокруг. А что тебя интересует? Мне интересно, как решится судьба войны. Папа говорит, все зависит от Родовида и от того, кто первый займет Новиград. А при чем здесь Новиград? Это вольный город, он никогда не вмешивался в военные конфликты. Каждый ребенок знает, у Новиграда самый большой флот на свете. А на его казну, как говорят, можно собрать две армии. Император неуклонно движется на север. При дворе, наверное, ликование? Среди его наушников, да. А папа говорит, что это долго не продлится. Как это? Папа говорит, что война мешает торговле. И что людям надоело оплачивать капризы императора. А вот еще что. О ком говорил Лютик? Вы знаете о ней что-нибудь еще? Она должна быть поэтесса или трубадурша. Очень способная и необычайно талантливая, разумеется. А впрочем, кто его знает? Он мог все это выдумать, чтобы возбудить нашу ревность. Жалкий пивун. Вижу, он преуспел. Ты сразу так и загорелась. Я загорелась желанием дать тебе по носу, сопля. Рад был с вами поговорить, но я должен вернуться к своим делам. Приятно познакомиться. Заходи еще. А как же наши уроки? Ты умеешь убеждать, госпожа, куда и когда я должен явиться. Давай завтра, здесь же, в то же время. Договорились. До свидания, мастер-ведьмак. Пожалуйста.
Идем и понтом. Понтер снова поднимается. Чародеи, мутанты, кобальды! Фу! Я-то думала, хуже быть не может. Чёртовы охотники за колдуньями! Приветствую! Вы по какому делу? Я договорился с Розой об уроке фехтования. Геральт из Ривии, правильно? Барышня как раз вышла погулять к храмовому мосту. Просила, чтобы вы к ней присоединились. Интересный, чувствую, будет урок. Спасибо. Ты вообще в Новиград пускать нельзя. Ты всегда гуляешь с полком нильфгаардской пехоты? Всегда. Папа велел. Это для твоей же безопасности, Роза. Люди нас здесь ненавидят. И за что это? Что я им сделала? Ну, да хватит об этом. Солдат, можете идти. Моего превосходительства посол Варатре говорил, что... А мое превосходительство говорит совсем другое. Ты его не узнаешь? Это Геральт из Ривии, лучший фехтовальщик Севера. Мне с ним ничего не грозит. Ну, кругом, шагом, марш! Раз, два, раз, два! Наконец-то! Ну, Геральт, пойдем. Я тебе кое-что покажу. Мы условились об уроке фехтования, а не о прогулке, так что... Знаю, Геральт. Не нуди. Просто иди со мной. Видишь ли, я подумала, что вместо занятий в затхлом подвале мы можем пофехтовать на свежем воздухе. Поединок на мосту, как в романе. Ну, вынимай меч. У меня только серебряный и железный, а мы должны учиться на деревянных? Должны. Но приятнее всего делать то, что нельзя. Разве нет? Я не хочу тебя поранить. Лучше смотри, как бы я тебя не поранила. Ну, давай, Геральт, защищайся. Пришли.
Хорошо, что я не Брукс или какой-нибудь Альф. Иначе ты был бы уже мертв. Поздравляю. Ты действительно дерешься, как Брукса. Может, мне подойдет такое прозвище? Черная Брукса. Черная, ну, потому что из Нидгарда. Кстати, откуда у тебя взялся интерес к фехтованию? От скуки. Знакомых у меня здесь нет. Отец меня держит в ежовых рукавицах. И все время одни банкеты. Ненавижу банкеты. Ага. Разговоры скучные, еда гнусная, выпивка херовая. Вот именно. А с мечом в руках я могу хотя бы немного подвигаться. Выпустить пар. Ну хорошо, так что теперь? Возвращаемся домой. Только, Геральт, я понимаю, что это немного невежливо. Извини, но у меня съехал корсет. Ты можешь ненадолго отвернуться? Он мне в кожу впивается. Я понимаю, что женщина должна следить за внешностью. Но драться в корсете, он же сковывает движение. Роза! Зараза, сбежал. А если с ней что-нибудь случится, Варатра оторвет мне башку. Она не могла уйти далеко. В той стороне 7 котов. Ну да, девчонка решила развлечься. Далеко ж ты забралась от Нильфгарда, солнышко. Не знаю, вернешься ли. Это дочь посла Варатре. У нее дипломатический иммунитет. Я не очень понял, что там у нее. Зато знаю наверняка, что ты снюхался с нильфами. А что тут удивляться, Лукас? Ведьмака всегда тянет к чудовищам. А с этой чудой мы еще разберемся. Ты обидел девушку. Попроси у нее прощения сейчас же. Простите, барышня. Простите великодушно. Веди себя хорошо, как твой приятель. Поклонись и иди проявлять свой патриотизм где-нибудь в другом месте. Лукас и Коба. Я запомню эти имена. А когда мы займем Новиград, найду их и посчитаюсь с ними. Успокойся, они в конце концов ничего тебе не сделали. Они подняли на меня руку. Этого достаточно, чтобы им эту руку отрубить. Ты удивляешься, почему местные ненавидят Нильфгаар? Я думала, ты не такой, как остальные нордлинги. Что ты нас понимаешь. Наши представления о справедливости. Но теперь вижу, что ошибалась. Я думаю, тебе пора домой. Самой короткой дорогой. Понимаю. Будь здоров, Геральт. Удачи на пути.
Приветствую и прошу. Я друг Лютика. Ищу Элихаль. Ты ее нашел? Чем могу служить? Подшить что-нибудь, штаны залатать, носки заштопать. Ты Элихаль? А что ты так рот раскрыл? Я думал, что Элихаль подруга Лютика. А, вон оно что. Подожди здесь. Так лучше? То есть ты... Элихаль. То есть ты и Лютик? Значит, как вы познакомились? Я встретил его как-то в корчме. Он надрался в дугу. И что было дальше? А что должно было быть? Мы разговаривали. И только? Не знаю, что взбрело тебе в голову, но сразу заявляю, что мужчина меня не интересует. И ему я тоже так сказал. К счастью, разум Лютика открыт для многого. Мы провели вместе приятный вечер, а с той поры он стал моим верным клиентом. Я знаю, что это не мое дело, но почему, собственно... Почему я переодеваюсь? В детстве я мечтал, что когда вырасту, стану доплером. Но стал портным. И тогда я понял, что костюм выражает сложности человеческой натуры ничуть не хуже. В один день я риданская графиня, в другой – портовый головорез. Вот она, настоящая свобода. А ты вот никогда не хотел стать, хоть на минуту, кем-то другим? Это должно быть страшно скучно, все время быть ведьмаком. Мне еще не наскучило. О чем вы говорили с Лютиком? Он спрашивал у тебя что-то особенное? Дай подумать. Это была такая обычная беседа. Хотя, пожалуй, он все время расспрашивал про Калькштейна. Если бы мы с Лютиком не выяснили все с самого начала, я бы решил, что его что-то связывает с этим алхимиком. Вел он себя как истосковавшийся любовник. Он так хотел с ним встретиться. Калькштейн в Новиграде? Я бы тоже с удовольствием с ним увиделся. Боюсь, ты опоздал. Недавно его схватили охотники за колдуньями, и он сгорел на костре на главной площади. Но прежде чем он умер, о, что там творилось! По костру начали бегать огненные звери, затем они взорвались, взлетели вверх и сложили на небе надпись. Какую? Родовит, старая курва. Лютик бывал в твоей швейной? Сколько раз я уговаривал его пошить достойный дублет. К сожалению, он заходил пришить пуговицу или заштопать дыру. Когда ты видел его в последний раз? Какое-то время тому назад. Он пришел с какой-то курткой Золтана и попросил пришить еще один карман. Это было довольно странно. У меня сложилось впечатление, что он зашел просто поговорить. Спасибо за помощь. Приятно было познакомиться. К твоим услугам. Если вдруг понадобятся новые штаны или камзол, ты знаешь, где меня искать. Приветствую. Я бы взглянул. Разумеется.
прощай.